Например, с этим... Третий раунд. Как боец справа держит левую руку на животе, тем самым провоцируя удар в правой руке. Не хватает на мониторах фамилии, то есть могли бы слева сказать, на оба бойца справа, на оба бойца, чтобы люди понимали, кто дерется. Вот, хорошо, отличный бросок. Нет, не прошел. Перебивание ногой было непонятно, если честно. Я не понял, что это. Ой, за спину зашел. Сейчас будет бросок. Мог бы развернуться, смотри. Стойки. Погоди. Очень сложно. Слушай, ты даже рот делаешь лучше, чем на Армагин. Серьезно. Ну, картинка хорошая. Болельщики поражают силой голоса, энергией, эмоциями. Не добивает нормально, не бьет. Вот сейчас двойку нормально дал и все. Он развернуться зачем? Фулман повыше бы залез. Ну, видно, что у нижнего бойца функционал уже не исходит. На 2 минуте 35 секунде 3 раунда победу техническим нокаутом одержал Магомед!